Давай вот так. Подожди, теперь ты. Теперь ты отпарь меня. Ну ладно, так уже быть. Приветствую вас, господа. С вами снова Шиморо. И Римас. И сегодня. И мы сегодня, наверное, пойдем в баньку, да, наверное? Да, мы сегодня пойдем в баньку, ребята. Это просто невероятно. На нашем сервере, я не знаю, на всех ли серверах, открылась баня. И мы в ней еще ни разу не были. Поэтому мы на нашей новой машинке. Кстати говоря, ребята, вот она. Это, кстати, купленная, бро. Ты уже заценил? Да, я вообще люблю. Правда, ты только ты не поцарапай, пожалуйста, да, а то прям, ну... За 800 тысяч. Ой, ребят, так как это было больно в прошлой серии, как мы эту машину покупали, мы через чего прошли, в нас стреляли, меня сажали, в общем, все-все, но итог есть итог. Правда, единственное, осталось помыться, потому что после этих всех событий, тем более на зоне, там все воняют, ужас просто, надо помыться. Бань, надо помыться, да. Поехали. Надо помыться, и прямо сейчас вот я сейчас метку поставлю, как нам лучше добраться до баньки-то. А, подожди, нам нужно как-то лучше добраться до баньки. Как-то выгодно туда. Лос-Сантос. По навигатору. Отлично. Да нормально я же чувствую дорогу. Так, отключаем ограничитель и погнали тестировать нашу новую тачку. Сколько эта тачка стоила? $810,000. Если мы ее взорвем, то... Ничего страшного. Никакой страховки? Как-то никакой страховки. Тихо, начинается. Спокойно. Подожди, а сколько у нас километров в час мы можем выжить с нее? Мне очень интересно. Ну давай попробуем. Давай, 67 едем. 76. Видите, какая жертва? 82. Официально. Жертва. 96 На! Километров. 101 километр. Ух, как залагало у меня. А, у тебя залагало, что мы врезались, что ли? Вообще жесть. Да, все нормально. Не, мы едем сколько? Ровно. Ну я вот сотку выжил, но она неуправляемая становится, когда ты сотку выжимаешь с ней. Да. Она прям такая начинает, ну ты не можешь вообще повернуть ни налево, ни направо. Вот 75, 93, 102, 103, и нам направо. Черт подери, ой-ой-ой, господа полицейские здесь. Ну ты теперь чик, сука! Родриго Монтана, смотри куда едешь, блин. Так, хорошо. Шлагбаны, а у них идет шлагбан открывается или это просто так? Они открываются, да, они могут перекрыть. Да. Прикольно. Тема в общем, такая, ребята, поедем сейчас в баньку, закажем веники, то есть... Веники закажем. Отличная идея заказать веник. По-моему, она, кстати, здесь находится. Я вот точно сейчас... Бенч. Только там смотри, левее не уходи, там море. Сейчас мы там с тобой скупаемся. Да, я понял, да. Подожди, а здесь разве банька у нас? Или чуть дальше, по-моему. Да, вот она. Надо ее раскачать. Охеренно просто припарковались, господа, смотрите. Эй, уходи! 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 Так, в баньку так приезжают, больше ребята. Никогда не сяду с тобой рядом в машину. Да никогда. Ладно, да я случайно. Сядешь, куда ты денешься, правда, машина-то да, одна. У нас роли меняются, да, правда? Да, вход платный составляет 999 бачей. Зайти. Ух ты, или подожди, давай бачи. Посмотрим на интерьер. Ух ты, тут посмотри. Тут ковры. Посмотри. Не знаю, ребята, слушай, видели ли вы это на других серверах. Стелку вот сюда? Да. Так, которая Ну, вместо этого чудика тёлку бы лучше поставили. Было бы приятнее. Чудик просто стоит, я не знаю, так эти двери не открываются. Здесь какая-то... Здесь можно бомжей мочить, бабки отжимать. Так, раздевалка. Парилка. Пойдем в раздевалочку сначала, может, потестим. А спинку потереть друг другу можно, интересно? Так, красные плавки мужские. Опачки. А ты какие труселя? Плавки Беларусь. Плавки Беларусь, да ладно! Плавки Беларусь, лоу! Аугар! Тебе прикольно вообще. А почему у нас двое очков? Почему у меня двое очков? У меня еще очки на лбу. Да, вижу. Подожди, а что еще есть? Подожди, красный купа... Вот тебе и телочка в баньке. Пошли, плавки Беларусь.
Давай, я тебе сейчас по-быстрому. Парилку что? Массажик. А подожди, а там что? А там что такое? Вот это у нее жопа раскочегаренная, ребята, просто. Нормально, рабочая задница, что? Это толканы, это не то. Да-да-да, толчок, это генератор гениальных идей. Так, ладно, поехали. А рабочая задница. Эти кривоногая. Так, и что дальше? Веник! Сейчас я тебя парить буду. Вот это да, банный веник. И как тебя парить? Подожди, подожди, подожди. Сейчас нужно... Ставь, а, стой, 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 стой. Подожди, а помимо банного веника, что мы можем? Как мы друг друга парить можем? Да это не веник какой-то... Это, блядь, африканский веник какой-то. Что за кусок пальмы в руках? Давай-ка я тебя отпарю. Ты меня паришь кулаками, если честно. Да-да-да, я не понял. А дальше-то что? Ну вот у нас такая вот это... Ох, как меня штормит, прям потею. А это что такое? Что за фигня? А лечь в ванну, не? Ванна какая-то. Я не знаю. Твоя задница не вмещается в ванну. Да я понял уже, что она у меня не влазит. Это что, это типа зеркало, да? Для парения. Или что за фигня? Вообще непонятно, какая-то хрень. Ванна, зеркало. Ну, ничего больше я не вижу, слышишь, братан? Так, давай посмотрим, что здесь у нас. А это что такое? Где? А вот рядом. А, это выход, ёпт. Да это просто мы все вышли. Подожди, то есть мы с банным веником можем выйти на улицу? Ну-ка, давай-ка прочекаем это. А чувака попарить могу? Он бедный стоит, там все парятся, а тебя, сука, никто не парит. А ну-ка, давай выйдем. Да-да-да-да-да-да-да. Да ладно! Побежали, 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 подожди. Жалко, тачки нет. Угар. Так, а дальше что? Ну вот мы с тобой такие парильщики. О, господи. Нам такси нужно с тобой, мне кажется. Вызывай такси. Вызываешь? Отпарим водителя. Давай, так, такси. Выбирай. 555. Баня. В вашем районе нет таксистов. Что? Братан, мы с тобой попали, по-моему? Блин. Надо вызывать понять, дальше. Че? Типа как механика там, да, как в GTA, например. Да, вызвал механик, он тебя там... А, подожди, механик здесь твой. Есть вообще-то, 0.90. Вы позвонили в станцию транспорта. Кратко опишите, где вы находитесь. Находитесь, баня. А, есть, значит, ну вот, видишь. А, мы оповестим всех автомехаников в вашем районе. Подожди, сейчас приколимся над автомехаником. Он, короче, приезжает, и мы стоим вот здесь, короче. Здравствуйте, где ваша машина, скажет, сломанная. А мы скажем, вот здесь она взорвалась. Интересно его действие. Так, подожди. Нет, ты скажи, вот здесь вот она стоит, не надо, взорвалась. Автомеханик Жека Никетин. Принял вас вызов. Такси, механик, скорая помощь. Черт подери, пожалуйста, ждите на месте. Да мы его сейчас как таксиста используем. Где? Да а мы сейчас... Мост где? Мы сейчас механика используем, короче, в наших целях с тобой, братан. То есть он будет работать таксистом. А мы влезем, у него там вроде бы двухместная машина. Блин, я не знаю. Но если что, отпарим и тачку заберем. Вениками тебя, сука, вениками! Так, а это что такое? А здесь знаки просто. Ну, я не знаю, приедет, но Жека Никитин должен приехать, по идее. Спа-центр называется. Вон, едет, слышишь? Спа-центр, да. А нет, это копы как гонятся за кем-то. Мусора, и да. Автобус и мусора. Где автобус? Где механик-то? Где ты видел автобус? А, вон там автобус наверх проехал, по дороге туда. Давай там встанем, если что, потом спустимся. Да поехали, он это. Поехали. А что ты там наверх хочешь встать? Да там движухи много, там остановит, он подберет нас. Да конечно, а ты туда заберешься? Ну, а что ты хотел? Это не то, что твоя задница. О, такси! Такси. Так, тихо. Куда ты, дебил, поехал? Стой. А вот какой такси проехал. Смотри. Спаться. Тихо, ты что, упал? Жив? Да. Нормально. Подожди, стой, скажи ему остановиться. Привет. Кстати, там народ подтянулся. А чё они? К чё они сюда? Они париться, что ли, приехали? Да, поехали. Подожди, а чё они париться? Париться приехали так. Мы же, блин, ну нам уехать отсюда надо, а не париться. Ну давай распарим их. Давай. Ты чё, опять зашёл? Тут внутри? Какой-то хуарес, да, я внутри. Не вижу никто, чтобы здесь парился, я не понимаю. Парилки тоже никого. Не-не-не, здесь делать нечего, здесь никого. А вон кто-то в парилку, слышишь, проникает. Да, а это да, ты вот, был. Вот.
Вот, вот еще какой-то чудак в красных трусах. Блин, нам надо в такси с тобой попасть. Нам нужно, чтобы нас забрали. У нас же машина здесь разбомблена была. Приключения в бане. Во, автомеханик. Приехал, да? Привет. Привет. Здравствуйте. Нет, здравствуйте. Здравствуйте, ну, сэр. Если что, скажи, вот, типа, машину вот была сломана, потом она что-то куда-то украли ее по всей. Здравствуйте. Автомобиль взорвался. Можете починить? Интересно, как он отреагирует? Автомеханик, сука. Автомобиль взорвался, ну а что поделать-то? Ну а, да. Нужно починить, если вы сядете в него. Но ведь он взорвался. А нам нужна целая машина. Если вы сядете в него. Машину взорвали, помогите с чинкой. Ты как этот... Такая тупая, знаешь, тёлка такая. Да. А нам нужно, машины нет, почините. Да. Мы можем вас отпарить за это. Моя. Сварщица. Ну мы же с тобой два парильщика, чё? Сейчас, секунду. Ну они против, чтобы ты его отпарил. Я такой, нига. Ну и чё? Моя машина была взорвана. Взорвана, сэр. Я простая девушка. И не ожидала резкого взрыва. Резкого взрыва. Пишет, клиент должен находиться за рулем. Но как? Ведь она взорвана. Тик-тик-тик под твою блондинку. Такой бомж на туре сидит. Врубайся еще, походу. Тихо. Вы же автомеханик. Это не ко мне. Я не знаю, говорит. Блин. Но ведь... Если вы нам не поможете, мы ты вас... Ты уже подсел, да, там уже? Мы не сможем отпарить. Это так не работает, говорит. Только если за рулем. Под рулем. Чувак, вообще не понимает. За рулем. А может быть под рулем, мне под рулем? Ах ты продажная. Под ваш руль и подергать ручку переключения. Не-не-не-не-не-не. И потрогать коробку передач. Потрогать коробку передач. Сколько у вас скоростей, сэр? Чувак вообще не понимает. Шесть раз за один раз, скажи. Короче, бомж странный. Он нам помочь не может, братан. Но баньку мы с тобой проверили. Жертв вроде бы баньки нет. До свидания. Беспомощный механик. Импотент. Да-да-да. Импотент. Ладно, в бане вроде бы никого нет. Но, ребята, в любом случае, у нас была как бы эта серия обзор вот этой вот новой парилочки. Жалко, что здесь никто не тусит. Интересно, можно было бы здесь на деньги играть, как в казино, и при этом парить друг друга? Да-да-да. Наверное, было бы... Вообще было бы прикольно. Весело, как мне кажется. О, вы можете выбросить веник, используйте команду reset. А, подожди, Аним 53, чтобы попарить кого-то, подожди-ка. Ну-ка, давай-ка, попарь меня. Аним 53.
список анимации загружен. Аним 50. Нет, это не то. Прошу прощения, это не так парится. Аним 53. О, да. Подожди. Только мне занят за парень. Хорошо тебе, как отменить анимацию? Давай, раб, не надо отменять. Давай вот так вот. Подожди, теперь ты. Теперь ты отпарь меня. Ну ладно, так уже быть. Аним 53. Как отменить? Подожди, аним. Аним. Парь меня давай, я жду. Господи, что у него? Что у него? Рабыня, подожди. Аним. Короче, надо пробел нажать, чтобы остановиться. Да? А у меня пробел не нажимается. Я надел маску и ничего не происходит. Ну-ка. Слушайте, ребята, это весело. Голосовать на обстановке, стучаться в дверь, устроить бунт. Устрой бунт. О, да! О, е! Dance now. Ой, ребят, конечно. Да, баня это угар, интересно. А в любом случае, спасибо вам, ребята, за просмотр. Мы вот обзор такой баньки сделали сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Мы играем на Samp Advanced RP Yellow. Кому будет интересно, где находится эта баня вообще, потому что я не знаю, на всех ли она серверах. Вот. С вами был Римас. И Шиморка. И всем пока.